Нашего мероприятия – это пропаганда физического развития, патриотического воспитания и здорового образа жизни. Сегодня у нас начинается первый день студенческих наших спортивных соревнований по программе Дня здоровья студента МГТУ имени Баумана. Организаторами, главными организаторами нашего спортивного праздника является руководство МГТУ имени Баумана, профсоюзный комитет студентов нашего университета. В нашей программе сегодняшней принимают участие, значит, спортсмены по четырем видам программы многоборья, куда входят плавание, скалолазание, стрельба из пневматического оружия и легкоатлетический бег. По сравнению с прошлыми соревнованиями, мы несколько видоизменили, мы добавили еще одну стрелковую позицию, дабы не было очереди на стрелковой позиции, все-таки скапливались. И это стрельба из винтовки с оптическим прицелом. Дистанция увеличена и диаметр мишени уменьшен. Диаметр мишени 30 мм, а расстояние 8 метров. Но это добавило некоторый ажиотаж, некоторые разнообразие в наших соревнованиях. Все остальное осталось по-прежнему. Дистанция достаточно напряженная, интересная. Здесь разные виды деятельности человека. И бег, и лазание, и плавание, и стрельба, когда надо успокоиться. И все это надо в одном комплексе сделать. Это работа для ума. Внимание, марш! Моя задача – фиксировать результаты заплыва участников соревнований «Будь готов к обороне». Сейчас первый этап – плавание. Дальше будет скалолазание, бег и стрельба. Но, соответственно, чем лучше время участника, тем ближе его шансы к победе. Вообще хорошо. Минута 18, Даня вообще.
Далее у нас программа продолжается 26 октября, где будут соревноваться наши футболисты. И соревнования будут проходить по народному жиму, а также по пауэрлифтингу. 27-го продолжается наша программа, где примут участие наши боксеры, спортсмены, дартисты. Вот. 2 числа нашу программу завершают спортсмены в соревнованиях по баскетболу, то есть по стритболу. Самый ответственный этап, я считаю, это стрельба вот из двух видов оружия. Вот. Да? Да. Ну да. Вы со мной согласны, коллега? Конечно. Если не выбил, очень большое время прибавляется. Да. И сразу падают шансы на выигрыш. Можешь сразу останавливаться и плакать начинать. Все. Как бы хорошо ты не плыл или не лез, то если стрелять не попадешь, то... Главное – это оборона, да? Можно выиграть и 40 это секунд как беги, на плавание, не беги, а стреляешь хорошо, но все равно будет проиграть. Мы считаем, что очень хорошая идея проведения такого многоборья, потому что оно сразу сочетает несколько видов спорта и позволяет проверить свою подготовку в разных областях, как в плавании, в лазании и в стрельбе одновременно. Федерация самбо, мы проводим квалификационные соревнования для юношей. Это дает возможность подготовиться к первенству Москвы по юношам и выполнить разряд второй юношеский, первый юношеский. Поэтому, ну, как мы обслуживаем соревнования всегда грамотно, к нам очень как бы хорошо люди относятся и с удовольствием к нам приезжают. Открытый ковер, и мы всегда готовы к обороне.